Судя Курчатовского района, судят угонщика элитных иномарок. Мужчине предъявлено обвинение в совершении 7 автокраж. Для похищения, по версии следствия, он выбирал исключительно машины японского производства. Это фото прибора из материалов уголовного дела. С помощью этого устройства он сканировал сигнализации и вскрывал автомобили. Больше года он орудовал не только в Челябинске, но и в Тюмени, пока однажды не попался полиции. Подыскивал объявление о продаже битых автомобилей, то есть чисто под документы. Приобретал эти документы, а потом путем вот перебивки номеров изготавливал соответствующие другие документы. Угонщик во всем признался, его дело рассматривают в особом порядке, без разбора улик и доказательств. Ему грозит до 3 лет колонии. Все машины, которые он угнал, уже вернули хозяевам.